Спадает напряжение. В Донецке в результате новых артобстрелов со стороны силовиков опять повреждены дома и коммуникации. Снаряды накануне вечером рвались в Куйбышевском районе. Там загорелись 5 зданий, а еще в Петровском и Кировском. Последним задет газопровод. Многие жители города остались без света и тепла. Из-за налетов украинских военных были обесточены почти 350 трансформаторных подстанций, а также северный водопроводный узел, подающий воду в квартиры. Пострадала накануне и шахта имени Засядько. Электричество пропало во всех горных выработках в тот момент, когда под землей находились более 300 рабочих. Их удалось оперативно поднять на поверхность, но добыча угля до сих пор не возобновилась.